Приветствую всех любителей пошаговых стратегий вообще и Sid Meier's Civilization 6 в частности. Вы видите главного жеужика планеты Земля, Алексея Халецкого. Кстати, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, если вы еще нет. Продолжаю на уровне сложности божество пытаться воссоздать Римскую империю. Играю за Рим. Но если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начать с самого начала и перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им большое за поддержку. Так, мы вышли в Золотой век. Я собираюсь за веру покупать поселенцев. Наверное, начну, кстати, в Козенце. Сразу, так, 140, значит, пока только одного могу купить, чтобы Сардинию заселить, в общем-то, Палермо поставим. Потом у нас это и этот островок ожидает заселения, ожидают. И потом, возможно, вот африканское побережье. Тут я еще пытаюсь Фес найти. Что-то все до сих пор не нахожу, что, по-моему, странно. Так, тут я жду открытия. Ну, наверное, да, вырубаем лес. Хотя давайте глянем. Угу. Вырубаю лес. И тут явно сейчас водяная мельница достроится. Но один ход на вас остался до... О, выполнили задание Валетты на мельницу. Один ход я отложу производство, чтобы сразу промышленную зону начать строить. Так, а тут высаживаемся исследовать города Македонии. Пойду Египет найду и, наверное, свою рожу выключу. Так, в Милане начало отложили, как я и сказал. Ну, видимо, пока все. Я вот думаю, подходить мне... Давайте подойду дуболомом. Ну, хотелось бы захватить Болонию просто самому чисто прокачивать. Но если захватит Венеция, то это... мне пофигу, потому что она Венеция Болонию уничтожит просто. Мне как раз надо Болонию уничтожить. Так, все, Болонь уже обстреливать не сможет никого, отлично. Ну, она в средневековье прошлым ходом началось. Это такой глюк после сейва. Производство и приобретение военных юнитов. Давайте снижено за производство. Так, представитель зданий в этом районе. Давайте, наверное, за кампус проголосую. Ну, знаете, 16 компьютерных соперников. Тут вообще сложно угадать, чтобы... Так, снижено за производство, отлично. Плюс 100% в театральной площади. Ну окей. Мне вообще пофигу на театральную площадь. Так, ученичество открыли. Тут латник у нас. Рудник плюс. Но у меня нет ни одного рудника вообще. Так, довольство с гарнизоном. Наверное, тоже пока ничего менять не буду. Но я могу союз. Давайте попробуем. Наверное, Екатерина еще. А, нет, в союзах ты смотри. Давайте попробуем с Екатериной. Давайте, наверное, научный. Потому что экономически мне хотелось бы союз с кем-то, кто на море, например, с той же Финикией, предположим. Хотя я не верю, что я до нее буду дотягиваться. Давайте научный. Ну, за 3 монеты, даже не вход, а просто, я думаю, примем сделку. Так, по дипломатической службе продвинулись. Продолжаем прокачиваться, обстреливать. Тут, я думаю, можно, кстати, зайти, просто разграбить этот... Даже если у меня протокол, просто разграблю кампус, чтобы науку получить. Высадиться можем только здесь, так что пока сюда и поедем.
Следующий посел стоит 160. Значит, два хода подождем. Наверное, в Турине куплю, чтобы Корсику заселить. Друполис. Да вы прикалываетесь. Где Феста и этот Гибралтар? Да, строительство давайте. Значит, тут промышленную зону. Плюс 5. Кайф. Хотя, где ремесло? Феодализм. В гильдиях, что ли, да. То есть нам бы в гильдии пойти. 6 ферм я точно не сделаю, так что просто открываем. Так, в Турине... Наверное, сначала маяк, потом бани. Кстати, я совершенно забыл, что я вообще-то могу уже давно, в Риме маяк построен, и я могу еще один караванчик. Никто из ГГшек не хочет караван? Не хочет. Хорошо, какие самые у нас дорогие пути на данный момент? Из Неаполя в Валлетту. Из Неаполя в Валетту. Ну, кстати, интересно. Интересно, а почему я в Козенце не получил дорогу? Это же способность Рима. Все ваши новые города получают торговый пост. В пределах досягаемости торгового пути от вашей столицы они также получают дорогу. От столицы дорогу. Тут как бы считается, что тут по морю дорога. Ну, короче, давайте в Неаполе купим. Торговцы только за деньги, а не за веру. Картографию ускорили. Службу дипломатическую. Одно очко. Не, не буду ничего менять. О, Александр хочет лошадок. Не, подожди, однократно. 6 вход. Ну, в принципе, давай. Александр там со всеми воюет. Почему нет? А кто там предложение какое-то выкинул? А вот и Византийская империя. И Тамару встретили. Да какой-то кризис, знаете, это скорее всего был принят какой-то кризис, и они в него вступили и, соответственно, увидели территорию. Отлично, Вавилон встретили. Да, видите, принято военный кризис, и его как раз приняли Василий, Вавилон и Дидон. Это благодаря Дидоне. Правда, против кого, непонятно. Отличный кампус построился. Так, открыли лесопилки. Ну, давайте глянем. Там Грузия хорошо идет. Ну, вообще меня удивляет, что идет... А, слушайте, Византия неплохо. Прям тут у всех все хорошо. Так, 39 науки. А что мы будем открывать? Наверное, математику откроем. Потом в военную инженерию увидим, где селитра. Я просто поставил, чтобы... Опа. Есть математика. Все морские юниты плюс один к перемещению. И из Неаполя, как я и говорил, в Валетту. Просто она тогда дорогу проведет до Козенцы, а потом отсюда уже по воде.
Сейчас Египет ищем. Португальцы даже раньше встречались. Ну, вообще понятно, он морская цивилизация. О, слушайте, это далеко. Тут, конечно, чувствую. Знаете, как играли на той карте мира, знаете, как мне казалось, что тут где-то Испания, тут уже Португалия будет. Не, это далеко. А, да, кстати, тут как бы ограниченная карта, но на самом деле тут кругосветку можно сделать. Если мы отсюда будет непрерывно до края карты справа, то это будет считаться кругосветка. Наверное, пока не буду никуда послов отправлять. Это для университетов тут надо. Ну, нормально, очки получил за встречу. Мокша в Милане сел. Вот тут районы нужны, кстати. Интересно, а считается ли баня районом? Нет, не считается. Видите, плюс 2 от наличия одного района. Это имеется в виду священное место. Кампус. Стоит ли мне библиотечку тут делать? Еще, конечно, хотелось бы Колизей, раз мы уж играем за Рим. Амбар. Ну, жилье тут есть, еда вроде как есть. Центр коммерции точно есть, что с промышленной зоной? 2. Тут 2. Слушайте, а почему тут 2? Из-за лошадей, да? Каменоломня и стратегические ресурсы. Хорошо, значит, блин, а баня только там строится. Жаль. Не хочется на самом деле убирать. То есть я считаю, что тут жилья нормально. И довольство благодаря тебе. А тут не хочется мне убирать оленей и лес, соответственно, чтобы священное место не потеряло соседство. Понимаете? Промышленная зона на плюс 2. Ну, в принципе, все равно, наверное, можно построить. Все равно, наверное, можно. Или колосс лучше. Я бы сначала колосс строил. Давайте здесь, чтобы, если что, здесь для театралочки еще было соседство. Следующим ходом можно будет еще одного поселенца купить. Так, амбар начинаем расти. И, наверное, гавань. Вопрос, вот сюда, тогда здесь можно будет, опять же, производственную площадь. Бани у нас только здесь и здесь, да? Тогда, наверное, все-таки сюда гавань. Тогда мы... Блин, тут холмы, конечно, очень жалко. Тут, видите, нету холмов, но, в принципе, будем рассчитывать, что сюда производственная, а сюда баня. Там православие. Ну, православие, кстати, наверное, Грузия приняла. Не, Византия, да. Византия, точно, что я не подумал про Византию. И больше всего именно православие у нас. Как раз на Грецию распространяет православие. Все историчненько. Но у меня один заряд, мне кажется, нету смысла его тратить на обращение. Я бы лучше просто ходил, исследовал территорию, честно говоря. А что так все мои лошади? Хорошо, может, ты мне железо дашь? Никто не хочет железо давать. Ну ладно, примем. Мне-то лошади не нужны, можно как раз продавать. Ну, торговать с ним нечем, право прохода мне не надо пока. Продали всех лошадей вообще. Кругом цыгане какие-то. With the advance of feudalism came the growth of iron armor.
Новые строители, два действия, фермы и плантации плюс к еде. Ну, наверное, пока не меняем тут ничего. Ну, уничтожаем. Слишком криво стоит. Мы, правда, за это, по идее, получим сейчас претензии от других игроков. Так, а где Египет? Да, тут еще, конечно, куча территории. Ого, это португалец у нас исламист? Ничего себе. Да. То есть там католицизм с исламом. Причем внезапно это Португалия. Ислам. Я думал где-нибудь там на востоке какой-нибудь перс, например. Да, интересно. Ну жалко, что он Гурдвару взял. Мне бы Гурдвара очень в тему была. Ну вообще я только индуизм не знаю, кто основал. А, ну да, слушайте, если тут Португалия, то Фес реально где-то тут будет. Тут очень большое побережье в Африке. Так, и в гильдии идем. Я два рынка вряд ли сделаю. Для ускорения... А, стоп, стоп. Не купил. Слушайте, давайте я, наверное, поселенца где-нибудь тут... Ну, кстати, оно тут неправильно, пока тут я где-то могу ставить город. Я бы здесь на побережье поставил. Или может все-таки тут просто поставить, вот на этом месте действительно. Я вряд ли буду с Венецией все-таки драться и захватывать ее. Пускай будет Венецианская республика. Я бы тут, наверное, просто поставил тогда. Ну и, между прочим, тут еще влезет город все равно. Просто на реке. Просто Болонья стояла не на реке, она вот тут стояла. Ладно, тогда в Милане куплю. Да, эти начинается осуждение именно за уничтожение города. Испанец осуждает. Грузия осуждает. Хорошо, с Францией. Венгр осуждает. Союз заключил. Мне, кстати, надо бы что-то построить и... Короче, меня сейчас все осудят, я так понимаю. Не смотри, Византия норм. Так, селитра. Финикия с Византией воюет. Давайте вообще глянем, как там у кого Грузия с кем-то. Я думаю, с Персией, скорее всего. Ставлю на то, что Персия. Византия воюет с Финикией еще с двумя. Кайф. Реальная Византийская империя. Франция, думаю, с Великобританией. О, Испания с Португалией прекратили воевать. Венгр с Александром. Причем венгр только двоих знает. И даже не Францию. Ну, я думаю, что это Германия. Ну, вообще, я удивлен, что венгр так слабенько исследует территорию. Так, тут вулкан. Мне кажется, надо ставить здесь, вот где я высадился. В общем-то, тут сразу и ставить. Так. Этого лучника сюда. Этого лучника сюда. Этого сюда. И посел сюда идет. Так, ну я тут грека встретил, Александра Македонского встретил. Даже Византию встретил. Пойдем, наверное, туда как-то. Ух ты, тут чей-то город вообще снесли. Неужто...
Да не, вряд ли это Венгрия была. Там реально был... Там, наверное, ГГшку... Хотя какая-то могла быть ГГшка. Мне кажется, нет. Это, скорее всего, город... Город Александра Македонского какой-то снесли. А вот и Фес. Ну, наконец-то. А вот и Гибралтар, кстати. Так, военная инженерия. Давайте стремя откроем. Вдохновение для социнститута гильдии. Блин, не получится, к сожалению, Фес. Извини. Надо будет карточку первый посол туда отправить. Так, а у нас еще один караван возможен. Давайте подумаем, между городами я где-нибудь хочу отправлять. По идее, у меня везде тут дороги есть, да? Поэтому чисто на деньги глянем. Из Милана в Алетту. Почему Валетта такой прибыльный? Там, конечно, зависит, ну, это благодаря Венеции, в зависимости от... То есть, чем больше ресурсов в пункте отправления, тем больше денег приносит, но даже навести можно, покажет, нет? Нет, не показывает, но... Все равно, типа, из Милана почему больше, чем, например, из другого города? Почему не из Рима меньше дает? Предположим. Ну ладно, давайте из Милана в Валетту. О, там католицизм испанец распространяет. Так, еще и португальцу я не нравлюсь. Так, у меня Венецию перекупили. Это плохо, потому что это меньше денег тогда дает. Хотя все равно 13. Видите, ваши торговые пути к иностранным городам приносят плюс одно золото за каждый редкий ресурс в пункте назначения. А, не хочу я тратить послов. Просто в Валетту отправим. Жалко, тут не пишется... Чьи-то развалины. Развалины такого. Ну, еще иногда вот это, когда чудо не построено, но тут нету никаких границ города. Поэтому это, скорее, все-таки сам город был какой-то. Ну, я думаю, нету смысла сюда плыть. Там, по идее, не должно быть никаких ни городов-государств, ни... Ничего. Так, мастерскую пока, потом кампус. И сколько стоит следующий посел? 180 веры. Окей. Так, Геликарнас можно строить. Вопрос, в каком городе? Вообще в Риме, конечно, было бы красиво, но там соседство с гаванью надо, а у нас уже треугольничек. Да, треугольничек тут есть. Неаполь, в принципе. Хотя... Три. Ну да. Есть возможность. В Козенце тоже. А, нет, в Козенце мне надо производственную площадь делать.
Ух ты, Византия даже меня осуждает. Но это совсем уже ни в какие ворота. И Вавилон. Серьезно, вы сейчас все меня осудите, да? А, ну да, все, кого я встретил, кроме Дидона и Франции, с которыми у меня дружба. Интересно, а ко мне кто-нибудь отправляет караваны? Только Венеция и Женева. Ну, то это города-государства. Валетта Александру объявила войну. И еще больше... Это я еще какой-то маяк построил, да? Ну, может, тут сразу центр коммерции. Промышленная зона на плюс один тоже есть. Бани. Или с бань начать. Ну, как бы производства мало в этом городе. Блин, а что у меня минус идет, не пойму. А, уровень претензий очень высокий. Вот, против компьютера тяжеловато в дипломатию, да, играть, дипломатическую победу. Особенно, когда у вас много соперников. То есть я за счет того, что уничтожил всего лишь один город, город-государство, у всех так много ко мне претензий, что я получаю минус дипломатическим очкам. Ну и, соответственно, как тут можно пытаться дипломатически побеждать? Так, ну, на рост пока стоит. 5 жилья есть. Рабочие, конечно, лучше бы строил в каком-нибудь городе, где их побольше, да? Ну, где побольше производства. А, давайте, наверное, с амбара. Тут, кстати, священное место тоже надо бы в кумах. Единственная, что проблема, что в кумах, конечно, вообще никакого соседства не будет для священного места. А может быть, с него и начать? То есть это, считайте, вместо амбара. Смотрите, амбар плюс 2 жилья. И то же самое у меня будет священное место за счет пантеона, да еще и плюс 2 счастья даст. Ну, амбар еще одну еду, конечно, дает, но тут еды-то и так дофига. Так что я думаю, что давайте священное место пока. Я понимаю, что 102 хода, но это временно. И потом дополнительно вот сюда у нас будет центр коммерции в кумах. Да, слушайте, но это не кумыка. Давайте я его как раз Триестом назову. Хотя, на самом деле, вот тут где-то должна быть Венеция, а Триест как раз на месте Венеции. Но, тем не менее, да, и тут... вот это, конечно же, Палермо. Так, тут Венгрия расселяется. Ну, теперь я думаю, что и можно с португальцем об открытых границах договориться. Так, в Неаполе маяк завершен. Блин, мне бы какой-нибудь все-таки священный город... религиозный город-государство найти. Так, где тут бани могут? Только тут. Ну, тут бессмысленно ставить бани, потому что у них не будет соседства, получается, с промышленной зоной. Амбар. Ну, вообще можно. Давайте амбар пока тут сделаем. Маловато жилья. Так, приветствуем делегацию Франции. Кто-то кому-то еще... Александр Васильевич. Что-то там греки друг с дружкой. И Тамара Васильевна. Что-то там Византийскую империю пилят, судя по всему. Гильдии открывают для сосед... для ремесленников, для соседства промышленной зоны.
А, блин, 4 хода. До роста. Ну, наверное, амбар тогда, чтобы побыстрее рослось пока. Вообще, можно было бы просто миссионеров нанять и разведкой заниматься. Между прочим. С другой стороны, я веру на поселенцев оставляю. А пошли через венгра. Этого найдем. Немца. Странно, вот смотрите, вот столица, да, венгерская. Ничего в эту сторону не поставлено. Все туда почему-то города. Почему? Так. А, блин. Черт, он же меня обвинил, я теперь не могу открытые границы получить. Если у вас осуждение, да, то вы не сможете предлагать открытые границы и принимать. Это я тупанул. Надо было тогда принимать, просто когда он предлагал. Да. Так, ну, контрфорс. Что мне вообще надо? В универы пойти? Или в верфи? Наверное, в верфи, я думаю. Чудо света античности я сейчас построю, кстати. Давайте, наверное, так. Сначала. Так, так. Вдруг ученого... Ну, античность это колосс. Два хода и как раз ускорю. Кампус у меня один. Науки, конечно, мало. По 100 науки у Византии и греков. И македонцев. Блин, а может пойти, что мне тут сидеть? Тут я просто пройти не могу из-за того, что Женева не мой союзник. А тут пойду хоть исследую. Так, и сколько стоит посел? 180. Угу. Блин, может мне тут купить рабочего? Тут как бы много всего вкусного. И за деньги, конечно. И здесь бы я тоже купил. Надо развиваться. Если не хотите сражаться за свой народ, здрасте. А Болонью кто уничтожил? Венеция, что ли, по-твоему? Так, меняем. Вместо ветеранства ставим ремесленников. Ну да, тут еще строится гавань, но что поделать. Еще начало с риса, потому что тут как раз он обрабатывается триестом, видите? Чтобы триест быстрее рос. Дипломатические службы. Тут начнем с селитры, чтобы копилось уже. Кстати, я, получается, не смогу легион сделать, потому что я уже вышел в следующую. О, так это Польша у нас. Интересненько. Вот я, все, мне было интересно, где на этой карте Польша появляется. А вот Германия. Так, сейчас я еще, надеюсь, к Египту доплыву. Но Мокшу прокачивать не будем. Лян на аквакультуру можно. То есть лян надо туда, где мы будем, собственно, геликарнас строить. Или можем геликарнас строить. А можем мы только вот тут в Неаполе, например. Ну, в Палермо в будущем. Ну, и в Палермо, мне кажется, поменьше клеток, нет? Хотя... Хотя тоже прилично. Нет у нас инженера на чудеса. О, слушайте, это классный... Классный флотоводец. Дает дополнительные эти. Но он, походу, мне как раз и достанется.
Может, реально в Палермо? То есть тут гавань, а тут этот геликарнас. Тогда Лян в Палермо надо отправлять. Все еще непонятно, где правительственную площадь строить. Амбар, есть рост. Так, один ход. Один ход. То есть кампус. Давайте, наверное, пока рабочего. Торговца я куплю, сейчас я подумаю, где. Из Триеста в Валету. Ну, кстати, чё нет? Хотя даже может Триест какой-нибудь внутренний путь кинуть, чтобы быстрее, ну там производство было. Слушай, может мне потратить эти дипломатические очки, потому что ну, хотя бы на Илиаду. Потому что они все равно в минус у меня идут. Минус один, видите? Е-е-е, колосс. И контрфорс открыли. Так, дополнительный торговый путь. В Буду на два производства. Или лучше в Неаполь. Давайте, наверное, в Неаполь из Триеста отправлю. Просто еда, производство, ну, немножко денежка. Ну, тут, в принципе... Из Рима в Валету. А, слушайте, так это какой-то глюк, я вспомнил. Это уже было в какой-то сетевой игре, что на самом деле это из Рима на 12 монет идет путь. А почему-то не показывает в списке доступных. Согласитесь, странно. Так, надо оливки обработать, потому что оливок у меня как раз нету. Не будем два хода ждать. Остаток жилья в Палермо. Блин, колосс уже устаревшее чудо. Всего-то сотый год нашей эры идет. Уже такой устаревший. Так, и сколько стоит? О, 180. Надо покупать в Турине. Да, тут, конечно, я хотел дождаться, потому что производство, но надо все равно в Турине покупать. Что ближе до Корсики. Рис, а потом железо. Так, вот и Ядвига. Интересно, это она индуизм? Просто тоже это религиозная цивилизация обычно. Мы не знали только инду... Нет, неизвестный игрок. Значит, Польша не смогла свою веру основать. Но у нее проблемы. Видимо, не было места селиться. Тут явно венгр подселяет. Хотя 6 городов. Я хочу глянуть, не захватил ли венгр какой-нибудь город польский. Вроде нет.
Так. Ну что, промышленную зону все-таки здесь на 2 ставить. Ну, бани я точно не хочу. Не знаю, почему-то не хочется. Храм рано, потому что я апостолов точно покупать пока не буду. То есть это место, например, еще для какого-нибудь района. Хотя, слушайте, а заповедники что? Ну, тут в Риме заповедник некуда ставить, а вот в каком-нибудь Неаполе, например. Куда-нибудь вот сюда. Не, блин, тут лес нельзя убирать. Вот сюда, например. Или это в Козенце поставить. Ну, все-таки, наверное, промышленную зону буду сюда ставить. На плюс 2. Так, мастерская в Милане. Теперь вопрос, ставить ли мне кампус, либо ставить мне центр. Наверное, все-таки кампус сначала. Потом Милан вырастет до 10, и тогда коммерческий район поставим. Нет, тут водяная мельница точно не нужна. Давайте-ка мы оленей выкупим. На всякий пожарный. Это хорошая... хорошая клетка. Дайте, наверное, святилище и потом строителя. Или тут строителя просто купить. Наверное, куплю строителя следующим ходом. Я не могу сейчас купить, потому что тут поселенец стоит. Статуя Зевса венгерская. Такой, бойтесь меня все. Так, средневековье 10 ходов. Это что-то быстро. Так, ну давайте, наверное, через Польшу пройдем в сторону Германии. Ну, я пока не буду убирать скот, потому что еще рано... Я не могу еще Геликарнас, мне еще надо гавань построить. Блин, я забыл, что я тут хотел какой район ставить. Промышленная зона вот тут есть на плюс 1. Ну и бани только там строить. То есть надо ли мне вообще промышленную зону ставить? Вот в чем вопрос. Есть кампус на плюс 3, но рядом с Везувием. Это жалко, будет заливать постоянно. Я бы, наверное, вот здесь кампус поставил просто. Да, на плюс 2. А рабочим рыбы обработал. Я хотел сразу рабочего купить. Я по лазурному берегу там хожу. О, а вот и Египет. Так, как у Египта дела? Ну, обычно что-то из Египта всегда... Ну, 88-82. Это, конечно, все получше меня, но... По сравнению с больше, чем 100 науки у Византии и около 100 Португалии и Македонии... Египет выглядит грустно, но я бы с ним уже, с ней сразу договорился об открытых границах. Отлично. Еще и два этих поторговали. Так, Египет с Вавилоном, по-моему. Нет, не воюет уже.
Блин, тут вот на берегах, конечно, Африки куча места и куча руинок несобранных. Да, позволим посольство основать. Почему нет? Я как раз тоже через два хода смогу. Народ ленив и бесполезен. Зато ты там статуи Зевса расставляешь. Грузия, друзья с Финикией. Так, 5 ходов. 4 хода рост. Ну, давайте, наверное, пока я... Или, блин, на производство все-таки. Так, 5 ходов, но я при этом могу... Не, ну, водяная мельница бессмысленна здесь. Собор Святой Софии. Ну, давайте еще немножко строителей тогда поднастроим. Надо открыть города Франции, чтобы я мог туда караваны пускать. Интересно, тут есть место селиться на самом деле. Все, дальше тут не проплыть. Будем ждать улучшения отношений с Португалией, чтобы обплыть Пиренейский полуостров и там к Британии как-то прорваться. Так, а куда это вот это идет? Блин. Не, это, кстати, по ходу Алейнора Аквитанская объявила войну Франции. There are two kinds of problems, small ones and large ones. The small ones will go away by Так могу themselves, шпионов and the large создавать. ones you will not be able to do anything about. Священная война, торговые пути к городу-союзнику. Слушайте, а может уже пришло время все-таки античную республику взять? Тут два влияния ставим, тут ремесленников оставляем. Не знаю, бонус соседства кампуса. Ну, в принципе, я кампусы строю. Да, наверное, ладно. Бонус соседства для кампуса. Да, здесь первый посол. Сначала поставлю. Это для того, чтобы Фес... Кстати, и в Кардифф можно отправить. Так, и теперь мы быстренько что-нибудь средневековые ярмарки откроем. Так, кто там кому войну объявил? Да, Леонора Аквитанская объявила войну Франции, соответственно, мне пришлось. Вот это, мне не нравятся вот эти, ну, блин, конечно, этими юнитами город Турин не берется, он только с одной клетки меня может тут атаковать. Но все равно, если испанец объявит войну, будет неприятно. Да, нанял этого. Дополнительный торговый путь. А я вижу амбуаз, да? Ну, давайте, наверное, в амбуаз отправлю. Почему нет? Это чтобы тут торговый пост появился, и дальше можно было бы во французские города отправлять. О, где Варшава? Краков, Гданьск, Варшава. Ну да, жалко, что, конечно, Балтийского моря не видно нифига. Но, с другой стороны, это же все-таки Средиземноморье карта, а не Северная Европа. Так, а Берема вот здесь, это Финикия воюет с Египтом? Нет. Я думаю, это с персами война.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. То есть я не встретил только двоих. Это стопудово Персия и... А, и Германия, и все. Так, сколько у нас? 8 ходов. Да, да, латника. Видите, получается, легион я пропускаю. Эх, было бы 4 очка. Да. Так, пока библиотеку, наверное, построю. Кардифф. Ну, мы только Кардифф нашли, и все. Ну, как я и думал, что там... Совсем на... Ну, тут у Англии, в общем-то, наверное, один город. Давайте проверим. Не, слушай, 3 города смогла поставить куда-то всунуть. Неужто там анклавы на территории Франции? А, тут гавань. Наши люди слишком доверчивы, что прям немытых варваров пускают. Так, есть универ. Что по поводу города здесь? Ну, я бы тут немножко подвинулся, здесь поставил бы город. Чтобы меньше было, во-первых, соседства со столицей, а во-вторых, у нас вот эта клетка для кампуса останется. Здесь-то я не могу кампус из-за вина. Так что предварительно так. Лян в Палермо. Прибыла. Ну, скоро можно будет Галикарнасик тут забахать. Вообще, можно там, кстати, рабочих покупать и обрабатывать рыбы. Да, я бы тут купил рабочего. Так, поселенец 200. Могу уже, ну, чтобы Сицилию заселить... наверное, в Турине куплю. Блин, да нет. Ладно, придется в Риме. Все равно тут пока строю здания в районах, и вот районы не нужны. Наверное, вот так сделаю. Пока сначала библиотеку, потом мастерскую. Три хода. Но я жду, когда 7 жителей будут, чтобы промышленную зону поставить. Три хода. Ну, видимо, давайте шпиона построим пока. Этого отправлю сюда. Наверное, этот убрать камень. Так, тут все рыбы обрабатываются. Да, Неаполь тоже хороший город. Странно, что я Германию еще не встретил вообще-то. Если Персия реально там в самом... В самом краю. Это может мне... С Финикией военный союз заключить. Ну и за персик, за апельсины я, пожалуй, заплачу. А может мне и лошадьми? О. Кайф. Кайф.
Там где-то Иерусалим должен быть. Но мне кажется, Финикия, скорее всего, завоевала просто. Так. Промышленная зона есть, бани есть. Ну, давайте универ. Тем более, что это астрологию в данном случае прокачает. Блин, а может мне тут купить просто... Не, лучше маяк построить, а куплю я, например, какого-нибудь рабочего здесь. Блин, да неужели? Но это прикол со стороны Испании. Нет, никакой совместной войны. Кстати, у Польши есть реликвия. Надо будет у нее выменить, когда мы храмы построим. There are very honest people who do not think that they have had a bargain unless they have cheated a merchant. Так, тут меняю на плюс 2 к влиянию. Или может шпионов, чтобы быстрее. Давайте шпионов. Не, ну это, конечно, прикол со стороны Испании. Не знаю, может мне в Турине стены построить. Но я очень сомневаюсь, что даже лошадью можно... Так, только я переведу сюда лучников. Я бы тут высадился лучше. Так. Производство. Холмы. Ну, я бы вот этих леса вырубал бы, но только когда мы будем строить сам Геликарнас. Так что пока нам надо... Я, наверное, этим рабочим вот тут все обработаю. Нифига себе. Кстати, миссионеры могут собирать эти руинки. Ну, тир где надо стоит, конечно. Тут где-то должен Иерусалим был быть. Наверное, лян на аквакультуру повышу пока. У меня еще и плюс 5 против Филиппа теперь. Конечно, смешной ход со стороны Испании. Блин, неужели опять нормальный век? 6 ходов. Так, пока давайте гуманизм. Да ладно. Блин, стоит под городом, пофигу потерять этого лошадь, но надо вот моего лучника убить обязательно. Вот у компьютеров приоритеты, конечно. Так, караванчик. В Равене, пожалуй, начнем с вина. Триест Валетта и Палермо Валетта. Давайте мы, наверное, из Палермо на производство какой-нибудь наш город отправим. Опять же, чтобы быстрее Геликарнас тут строился. Ну и сначала гавань, а потом уже Геликарнас быстрее строился.
Да блин. Так, ну когда мы уже немцы? Видите, окажется индуист-немец. Я сомневаюсь, было бы видно. А, это Англия индуист. В 11 городах, вот это прикол. Ладно, давайте. Не собирает руинки? Странно, а чё я решил, что собирает тогда? Может, и в каком-то патче? По-моему, они собирали раньше миссионеры, нет? Ну, короче, я только Кира не встретил. И, кстати, это, возможно, его границы. Это больше на Кира похоже, чем на Византию. Хотя и Византия такая, вот такие примерно... Такая расцветочка. Ну тут понятно, что это вот эта Турция, как бы. Вот это Кипр. Еще такой с апельсинкой. Ой, я, кажется, ошибся. Не возьмут. Так, сколько древней стены? 2 хода. Надо строить. Больно бьет. Хорошо, что с одной этой. Да, ну 24 это слабенько. И я, конечно же... Давайте арбалеты откроем. Я апнул в арбалеты следующим ходом. Это усилит город. Так, тут он из Неаполя в Рим бегал, да, так из Палермо я посмотрю. Ну, тоже в Рим отправлюсь на производство. Так, а тут... Опу, да. Ну, в Амбуас я уже отправил. Но смысл в Обуду? У нас нету с ним союза, как бы. Что я тут отправлю, и там кто-нибудь его разграбит еще. Из Триеста в Валету, из Палермо в Валету. Давайте из Рима посмотрим. То есть, у меня реально игра не показывает из Рима караваны нормально. По какой-то необъяснимой причине. Гранада. Чего я до этого не встретил? Ну, потому что там далеко. Ну да, граната должна была быть, конечно же. И испанец. Вместо того, чтобы захватывать гранаду. А, вот и Кир все-таки. Так, слушайте, ну я могу, наверное, тогда все-таки выйти в золотой век. Я же всех встретил. Да, ну там 4 очка. У нас 4 хода, и мне 4 очка не хватает. Смог бы легион построить, уже было бы все. Так, ну я могу всадника построить, это... А, ну и, собственно, апнуть владника, я тоже еще железо не использовал. Давайте в Милане всадника. Тут апнем владника. Есть ли что-то, где мы можем использовать селитру? Пока вроде нет. Порох далеко.
А, в возрождение могу выйти, кстати. Да, один ход и массовое производство два хода. Выхожу в возрождение, это тоже одно очко. А здесь... И здесь возрождение, четыре хода, правда. Давайте, наверное... Нет, теократию не могу. Фак. Как-то культуру надо увеличить. А так, в принципе, вот вам 4 очка получается. Ну, я Фес могу третий, чтобы еще у меня универ начинал науку давать. 90. Но в это время 140 у Византии. Надо библиотеку. Какой город? Ты бы хоть сказал, какой город? Говорит, этот город наш, рекомендую не вмешиваться. Наверное, профессор говорит. Вообще вопрос. Да, видит он Фес. Так я даже не засоюзил Фес. Блин, что за предъявы, я не понимаю. Да, блин. Реально... Одним конем может забрать. Он сейчас вылечится, плюс я сейчас апну лучника в арбалет. Сейчас увеличится сила, он уже 30 стал. И ну и следующим ходом стены. О, 34, это все-таки не берется. Ну, 30 стал, потому что коня я построил. Скакали конем к Франции, там территорию откроем. Так, плюс одно. Нет, что-то из Рима слабовато. Ладно, куда там? Из Триеста и из Палермо. Давайте, наверное, из Триеста отправлю. Пока не хочу эти вырубать леса. Конечно, я их буду вырубать, потому что тут есть холмы. А у холмов есть глаза. Но не сейчас. Я почему-то думал, что Германия с Польшей будет ближе, чем Венгрия к Польше. Я думал, что тут как бы... Ну, смотрите, тушь подваливается по лояльности. Я думал, там... А, нет, слушайте, Кипр большой. Я думал, тут две клеточки, а Кипр нормально, так? Это нормальный размерчик. Амбар. Давайте сначала амбар, потом универ. Там уже жилье немножко подзаканчивается, а город растет очень хорошо у меня за счет Артемиды. Всадник в Милане. Кстати, это, конечно, не Равенна. Что там на Корсике? Какая Аяччо? Родина Наполеона. Будем надеяться, и у нас какие-нибудь такие полководцы появятся. Мощные. Что, строить хранить? Ну, вообще шпион у меня в Турине строится. С другой стороны, я после стен лучше промышленную зону тут поставлю. Ладно, давайте тут шпиона. Да,
Сейчас уже конику больно будет. И он умрет от выстрела. Ну и как бы катапульту, что он притащил? Вместо того, чтобы ее тут высаживать и город пытаться как-то обстреливать, бессмысленно стоит. Так, сколько ходов? 2. Получили за возрождение. Теперь получаем за апгрейд. Ну, за железо. Да, в гуманизм поздновато выходим. На следующем ходу надо будет придумать, где взять еще очки. Очки эпохи. Я бы, наверное, тут город ставил. Все цивилизации встречены. Чудо только если какое-то найти. Кстати, может тут какое-то чудо быть в Германии? Вообще в Европе, кроме Маттерхорна. Чудо природы, я имею в виду. Вообще, кстати, в Турции по Мукале. По идее, можно будет увидеть. Вообще странное. Серьезно, Финикия аж тут город поставила? Возможно, можно будет увидеть с корабля, но только следующим ходом, если я не увижу, то все. Блин, в Триест бы религию занести. Он вообще никак сам не обращает... А, один следующим ходом обратиться, зашибись. Так, астрономию ускорили, картографию... Вообще надо бы картографию открыть, плюс 2 к золоту, и тем более мегалеры уже возвращаются домой. Для апгрейда 2 хода. Клеопатра Финики объявила войну. Ну и, соответственно, я Клеопатре. Интересно. Эх, не видно все-таки. Ну он реально где-то вот тут по Мукале. Вообще это Греция. То есть тут уже даже заканчивается. Уже где-то вот тут по Мукале, видимо. Может, мне надо было сюда заехать и увидеть. Жаль. Так. Я могу где-нибудь деньги тырить в обуде? Только в обуде. Ну, давайте с обуда и начнем. Правда, денег мало вообще. Я тогда лучше в Пелу попробую... беспорядки провоцировать. Отлично. Отлично встала, конечно, катапульта. Шпион. Готов, что... А, вот, слушайте, есть легион. Блин, это знаете, почему я могу его строить? Потому что нету железа. Если я сейчас его выберу, то я все равно его не построю, потому что следующим ходом уже будет. Но я могу, кстати, кому-нибудь железо продать и построить легион. Это как бы на следующую эпоху я получу 4 очка. Да, хорошая идея. Единственное, это не объясняет, как мне сейчас получить 4 очка. Давайте продадим. Например, той же Финикии. Она там воюет. О, бедные Финики, вообще нету железа.
Так, у меня ресурсы, явно я с кем-то закончил торговлю. Трюфели у Франции. Так, кстати, опять в плюс пошло, то есть у них уже претензии ко мне пропадают. А, где Александр? Я табак у него видел. А, блин! Еще есть ресурсы, надо глянуть. С Хамурапи можно поторговать, с Едвигой. И Хамурапи, Хамурапи. Да, елки. На 10 он готов, значит. Или не готов был. Блин, ну так это муторно. Ну это важно, счастье. Это плюс ко всему. В процентах. Ко всему выхлопу. Я уже плюс 5. Может, я даже и переборщил. Так. И покупаем сразу строителя тут. Да, кстати, мне еще надо, наверное, все-таки поселенца купить. Еще одного. Ну, следующим ходом просто закончится, у меня есть вера, и я, наверное, вот тут заселю. Как раз Карфаген поставлю. А негде больше, ну нафига тут ставить, например, город. И тут еще, кстати, влазит, но тоже, я считаю, ну, нафиг надо. Так. Клеопатра Дидони. Ну, где мне взять последние очки? Последнее очко. Блин, а может я зря... Не, ну мне не... Тут веру мне не было куда потратить. Если для великого человека я ничего не мог этого взять, так? Блин, я реально не знаю, где мне одно очко взять. Послов у меня нет, перекупить... По ресам я все, уже и железо, и... Хотя я мог... 220. Так, я могу легион просто купить, на самом деле. Сейчас я еще подумаю тогда по очкам. Точно ли мне неоткуда взять больше? Еще, есть еще вот такая эра трекер у нас. Первое в мире кругосветное путешествие. Первый в мире корпус. Ничего не получится. Первый флот я уже вроде как получил. А, не, флот. Это флот. Корпус, флот, армада. Все губернаторы. Ну или губернатора прокачать тоже не получается. Ну, надо легион брать. Надо легион. К
Кстати, интересно, тут вот было же затопление, правильно? Смотрите, я проверю. Все-таки, может, я ошибся с тем, что ни дамбы, ни плотины не нужны. Ну, плотины точно, вот нигде, видите, нету нигде, чтобы затапливало. Было показано. А вот река разливалась, я помню, здесь вот у Амбуаза был разлив. У меня просто нету никаких вообще мест для дамб. Ладно, покупаю легион. Блин, я железо продал. Так. Вот это я тупанул. Финики продал. Ну, вдруг... Просто уже селитра уже есть, поэтому железо... Да, 5 железа вроде как продает. Так, мне только не за деньги надо. Вот давай за селитру, хочешь? Во, зашибись. Фуф. Чуть без золотого века не остался. Да, 4 очка, но что поделать, больше неоткуда взять, к сожалению. Ну, дострой тут уже легион, пускай. Не помешает. Пускай 2 юнита будет. Ну и на... Выйдя в возрождение, я думаю, что на этом я как раз серию и закончу. Довольно длинная получилась. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала продолжения могут поискать прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Ну и тут вам еще снизу где-то второй Леша всякую интересную информацию скажет. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!